благодарю. Я знаю свой долг. Благодарю вас. Это избавит нас от трудных слов. Контакт с эскадрой. Установлен. В данный момент эскадра пересекает наш курс 20 милях в югу. Соберите офицеров на мостике, матросы и пассажиры на знаменитом. Последов легенда. Сейчас в море ничего не случается. Ничего не случается. Кто знает, кто знает. Не теряйте надежду, друг мой, ведь вы журналист, не так? Да, моя специальная сенсация. Я думаю, что скоро вы получите великолепный материал. А вы прочитали мою книгу без конца? Еще нет. Хорошо, хорошо. Дочитайте дальше, если вам интересно. Но одну страницу я хочу сохранить для себя. Разрешите последнюю. Простите, все знакомы, прошу к столу, друзья мои. Вот сюда. Итак, господа, мой долг сообщить вам, что мы живем последнюю ночь. Последнюю ночь? Что он говорит? Судно в опасности! Ради бога, капитан, скажите, что означают ваши загадочные слова? Загадочные, кажется, я сказал совершенно ясно. Мы живем последнюю ночь. Почему? Почему последнюю? Разве вы умеете гадать? А погадайте нам. Вы пророк или ясновидец? Подождите, подождите, друзья, дайте капитану сказать. 3 дня тому назад началась война. Война. Опять война. Мы что? В конце концов, какое мы имеем отношение к этой дурацкой войне? Да вам не спрашивать. Ведь именно вы обязаны своим богатством гонки вооружений. Я только продаю оружие и не отвечаю за то, как его используют. Вероятно, вы полагали, что его используют для украшения собора. Подождите, подождите, это какой-то бессмысленный кошмар. Но даже если началась война, почему мы должны обязательно умереть? Именно поэтому я и собрал вас здесь. Нас мало, и мы должны погибнуть, чтобы спаслись другие.